Приятно получать подарки, но вдвойне приятнее получать подарки, когда их привозят сами люди, которые участвуют в жизнедеятельности приюта, частного приюта Николая Ивановича. И сегодня гостями были люди, подписчики мои, со Владимира, которые приехали познакомиться поближе с нашими хвостиками, которые, конечно, были тоже рады, и громким лаем, вилянием хвостиков они встретили наших друзей, которые тоже любят животных и помогают. Помогают и не только нашему приюту. Спасибо вообще всем, хочу сказать, потому что ваше участие это очень много значит. И сегодня мы не только показали приют с нашими обитателями, с нашими дружочками, но и рассказали. Рассказали, какие проблемы, какие планы, что мы хотели бы. И, конечно, очень приятно и спасибо большое за то, что привезли необходимые вещи, которые нам однозначно понадобятся. Даже элементарно кроватка для младенца тоже пригодится, потому что кутят иногда бывает некуда просто поместить, а они же малыши. Спасибо всем. И мне очень приятно, что у нас пополняются ряды неравнодушных людей, которые приезжают к нам, знакомятся, видят все воочию. Ну а мы, как всегда, стоим на страже наших дружочков, на страже от тех нелюдей, которые пытаются их уничтожить.